Дотянуться до звезд и собрать их в Останкино задача не из легких. У них же теперь график, гастроли, съемки. Если в своем лице я получила это звание, то Бог так хотел. Для Азизы победа в Суперстаре стала знаком. Можно попробовать начать все сначала. После 17 лет тишины она выпустила новый диск, а теперь готовится к переменам в личной жизни. Алену Апину тоже не застать на месте. Чемодан, вокзал, гастроли. Для Алены это привычный ритм жизни под стук колес уходящего поезда. Этим вечером она уснет в Петербурге, а проснется уже в Нижнем Новгороде. Позови мне Алену. Алена, это вас. Кто? Суперстар? Да вы с ума сошли, у меня концерт!